коробка передач УАЗа пикап 2013 года. Такой шильд они нашел. НКМ 35007. Наверное, серийный номер. Так, хочу проверить уровень масла. Вот эта гайка, она проверяется. Она на 23. А сливная гайка вот здесь. Сливная гайка больше, она на 24. Эту гайку сил сдернуть у меня не хватило. При помощи трещотки надо заливать жидким ключом. Это раздаточная коробка. Вот здесь гайки с внутренним шестигранником. На вид 12 мм. Такой шестигранник. Какой-то разъем подходит к раздатке. Здесь вот рядом топливный насос, фильтр. И вот два подрубка на две разные стороны, на два бака. Что вот это за устройство вставляется в коробку, и от него идет шланчик. Который дальше переходит в такую трубочку. И эта трубочка. Трубочка вот она дальше пошла. Сейчас возникла проблема в том, что греется коробка. И греется она, судя по всему, вот от этой части выхлопной системы. Вот это, я не знаю, или катализатор, или пламегаситель. И я, похоже, нашел, что у меня дребезжит при трогании. Вот этот экран. Он раньше, видимо, был на каком-то расстоянии, крепился выхлопная система, а теперь прогорел и лежит просто на этой части выхлопная система, дребезжит и не экранирует тепло от коробки, и коробка сильно нагревается. Если это катализатор, то да что вот это? Сеточка какая-то. Дальше идет одна банка глушителя. Вот такое масло у меня залито в коробку, в раздатку и в два моста. Это масло для редукторов для повышенных нагрузок 75-140, японское. Митасу. И говорят, что оригинальность масла проверяется по вот этой пластмасске. Если она мягкая, значит, есть шанс, что она оригинальная. Если она дубовая, то это подделка.